Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Алена. Сегодня мы заглянем в магазин Fix Price. Это Балашиха, шоссе энтузиастов 39А. Пойдемте смотреть, искать новинки. 69 рублей, посмотрите, какие новые классные резиночки. Разные расцветки на выбор. Всего 4. Когда была на море, показывала вам тюльпаны. Сюда их тоже привезли. 69 рублей, 2 штучки. Так, а это старые. Старые, да, цветы. Это уже вряд ли взойдет. Набор декоративных клейких лент в новой упаковке. Цвета разные, на выбор. 79 рублей. Здесь 4 рулончика по 5 метров. Смотрите, подарочная бумага, оберточная, с темой щелкунчика. 2 метра на 62 сантиметра. Стоит такая бумага 79 рублей. Давайте с вами посмотрим, какие еще есть варианты. Вот такой вот тоже к Новому году подойдет идеально. Вот такой вариант, вариант с подарками. И вариант, что здесь, сердечки, да. Здесь сердечки. Новые влажные салфетки для автомобиля, 70 штук. Универсальные для всех поверхностей, также безопасны для кожи рук. Салфетки стоят 87 рублей. И хотела оставить свой отзыв вот на эти тряпочки. Они, конечно, испортились, к сожалению, воду не впитывают. А я взяла два комплекта, вот такие именно в сером цвете. Есть еще и голубые, поэтому не рекомендую, девчонки, ужасные тряпочки. Новинки для мужчин. Лосьон после бритья, свежесть и защита, магний и пантенол. Мультиминеральный. Стоит такой лосьон. Не знаю, сколько. Сейчас будем выяснять. Гель после бритья. Гладкое скольжение. Магний-пантенол тоже мультиминеральный. Смотрите, девчонки, здесь есть еще третий вариант. Витамин С и пантенол. И гель для бритья и лосьон после бритья стоит по 79 рублей. Станки для бритья от Биг. Два лезвия. Здесь их 5 штук в упаковке. 99 рублей. Новые виды кухонной клеенки, новые расцветки, яркие. Есть с гортензией. Есть спокойные варианты. Клеенка стоит 62 рубля. Смотрите, какой интересный ценник. 4 штуки за 249. Размер 60 на 100 сантиметров. Новое средство для мытья посуды от Золушки. 500 мл, эффективно в холодной воде. 59 рублей. Это Гринфилд, Москва. Смотрите, какие тетрадки я нашла. 59 рублей. Тетрадка премиум. 48 листов в клетку. Она чуть-чуть меньше размером, чем обычные тетрадки. Но очень много всевозможных прикольных обложек. Я вам, конечно же, покажу быстренько. Здесь мне вообще показалось, что это тема Гарри Поттера. Ну, это откровенно Гарри Поттер. Вот такая тетрадка. Такая. Такой вариант. И дальше уже наши мишки в лесу. Без мишек. Ну и вот такая красавица. Тетрадки супер. На скрепке. 59 рублей. Также предлагаю вам всем заглянуть вместе со мной в магазин Чижик. Сегодня здесь новинки. Давайте смотреть. Адрес тот же. Шоссе энтузиастов 39А. Начнем с вами со стендов. Утепляемся. Готовимся к осени. Сапоги. Сумка-тележка хозяйственная, таблетки от моли. Сейчас все поближе с вами рассмотрим. И вкусняшки. Это для меня удивление, ни одной тележки. Ну, корзинки вот такие есть, а тележек нет. Хотя магазин пустой.
зубная паста 79 рублей 125 миллилитров. 3 в 1 и паста. Да, содержит фтор. Универсальная и отбеливающая. Еще немножко из Глискура. Вот такая зубная паста от Президент. Мистер Мускул 199. Средство от Накипи 89. Здесь вот полотенца. Не знаю, новинка или нет. На стенде их не было. В прошлый раз, когда я была в Чижике, тоже их не видела. 70 на 130, 30 на 50 и 50 на 80. Вот такие петельки высокие. Для меня это минус. Я кольцами цепляю все это. У кого колец нет, тем, мне кажется, без разницы. 3 цвета на выбор. И перчатки, смотрите, распродают за 99 рублей. С защитой от порезов. Вот, девчонки, здесь есть эта шаль, которая была новинкой на прошлой неделе. Но в другом чижике я их не встретила. Платок «Русские узоры» 90 на 90. В составе здесь, наверное, полиэстер. Не вижу. А вообще 20% хлопка, 80% полиэстер. 400 рублей. И вот расцветок много. Бахромой. Такие еще есть платочки. 199 рублей. Конструктор мотоцикл. Тоже первый раз такой встречаю. 700 рублей. 285 деталей. 6+. Слушайте, коробочка какая. Не стыдно подарить. По-моему, отличный вариант подарка. Вот они, эти сапоги за 900 рублей. 42 по 46 размер. Мужские. Вставка отдельный валенок. И он, кстати, профольгирован, что ли. Наверное, да. Чтоб теплее было. Черный верх и вот такой вот верх с листочками. Носки тут лежат теплые. Две пары. 23-25 это длина стопы. Это получается женские. Да. Симпатичные такие. Так, по составу. Полиакрила, нейтрильная пряжа. Вот так вот. То есть ничего тут нету, ни шерсти, ни хлопка не добавили. Это не показатель. Иногда носочки из синтетики ничем не уступают натуральным тканям по теплу. Так что вот смотрите, на матрасник 700 рублей, шапки. рублей, разные варианты. Халаты 44-54 размеры, 2 цвета, мягкие. Немного книг и настольных игр. Игра стоит 200 рублей, разные варианты, наверное, старые. Книги 149. Не тупи. А я тебя нет. Начни с главного. Посмотрим с вами, что здесь внутри. Внутри, кстати, белые гладкие листочки, на удивление. За 149 рублей просто подарок. Ну, мягкий переплет. Бомбора. Смотрите, какая банкетка есть. Вот тоже, девчонки, не знаю. Подскажите, новинка, нет? Из бамбука. А есть еще и стеллаж на металлокаркасе. 18 килограмм на полку. Выдерживает. Рюкзаки за 500 рублей. Вот это скидка. Еще есть один стеллаж. 33 на 28 на 70. Он стоит 1400. На металлокаркасе. И вот такая новинка, интересная полка от Kitchen Collection. Кухонная, она тоже, кстати, металлическая. Для кухонной столешницы. Видите, можно и доски с краю поставить, здесь что-то подвесить. Ножи есть отделение. Ну, удобная вещь, я думаю. 1000 рублей. Формы для запекания с крышкой.
2 литра, минус 20 до 300 градусов выдерживает. Так что, думаю, отличные. Крышки разные, зеленые, серые и голубые. Дальше напольные весы здесь у нас. Бренд Тенденция. 500 рублей. LED-дисплей, 180 килограмм, максимальная нагрузка. Ух, отпариватель. Я такого еще не видела. BQ. Мощность 800 ватт, 170 миллилитров резервуар для воды. Девчонки, если кто-то брал, кто-то знаком, напишите, как вам, потому что, ну, малышка такая удобная, конечно же, наверное. Термос снова. Вот бренда Термос. Красные, синие, черные. 400 рублей, 6 часов сохраняет температуру для горячего и холодного. Ну и вот они все вкусняшки. Морс, брусника, малина. Давайте с вами посмотрим состав, потому что упаковка, конечно, шикарная. Здесь 1 литр. Состав: брусничный сок, малиновое пюре, сахар, лимонная кислота, вода. Вот такие макарошки. Маленькая упаковка, звездочки для супа подойдут. Для бульона 40 рублей стоит. Оливки со сладким перцем. Мансонилья. А чем они от обычных отличаются, кто в курсе? 119 рублей. Фрутелла 49. И чай. Чай клубничный. 99 рублей. Клубника со сливками. Так, соус для макарон 129 рублей. Здесь цукини и паприка. Это кухмастер. Трюфельный пай 189. Чокопай 169 с манго. Чипсы и вот такие палочки. Палочки у нас всегда в фикс-прайсе такие можно найти. Здесь они стоят 139 рублей. Дальше, девчонки, пленка 45 сантиметров ширина, 8 метров длина. Самоклеющаяся ПВХ. 300 рублей. Разные здесь варианты по расцветкам. Можно себе что-то подобрать. Так, вот это прям интересное стало. Красивая такая, вроде кажется. Да, такую я бы себе взяла, смотрите. Жалко, нет рисунка. Вот на картинке сделали бы что-то внутри. Как бы тут понятно, а тут не очень. И вот она, сумка-тележка, 1000 рублей она стоит. У нас получается три расцветки. Еще фиолетовая. Хозяйственные товары, новинки от Моли. Средство репеллентное, карандаш для утюгов. Вот санитол. Мы такой с вами, по-моему, в фикс-прайсе тестировали. Одно время продавался. Поглотитель запаха для холодильников. В фикс-прайсе две штучки 79 рублей, а здесь одна 49. И ловушки от тараканов 79 рублей, 6 штук. Соль морская. Мыло черное 300 рублей. Также, мои дорогие, приглашаю вас вместе со мной прогуляться по магазину «Фамилия». Это Балашиха, шоссе энтузиастов. Точный адрес я вам подпишу. Посмотрите, сколько здесь свечей новых, классных. Такие в двойных стаканчиках с блестками 819 рублей. По составу 50% парафин, 50% пальмовый воск. Очень вкусно пахнут. Есть еще вот такие. Ой, тут ванилью пахнет, а здесь что-то фруктово-цитрусовое. Какой еще есть вариант? Тоже в двойном стаканчике. 819 рублей. Так, а это что такое интересное? Это подсвечник. 900 рублей. Вот такой еще тоже есть, но тут много сколов, поэтому не рекомендую. Тарелки. Правильно называется блюдо Рейноса. Размер 31 на 18 на 2 сантиметра. 550 рублей. Цвета разные. Еще вот такой вот вариант. Синее блюдо 870 рублей. Тяжеленное, конечно. И вот такое оно без скидки пока еще.
600 рублей. Тоже тяжелая. Это хорошенько, мне нравится. И цвет приятный. Снизу круглое блюдо. Наверное, уже не доберусь. Вот они, эти тарелочки. Тут тоже уже идут по оценке. А второго варианта вот таких вот тарелочек здесь уже нет. Маленькие пиалы 220 рублей. Вот такая пиала 200. Вот такая вот малышка 300 рублей. Обалдеть, розетка для варенья 300 рублей. Так, это подставка для яйца 139 рублей. Такая малышка 300. За что такие цены? 240 рублей. Кружки большие, бульонные. Да, бульонница с ручкой 300 рублей. Здесь уже поприятнее цена. 129. Маленькая такая тарелочка, розеточка. Вот такие салатники 120. Маленькие еще розеточки покажу вам. 189 рублей. Треугольная интересная форма 300 рублей. И с ручкой. С ручкой стоит 260. Крошка 129. Салфетницы, лимончики 140. А здесь что? Салатник 10 сантиметров. Стоит он 220 рублей. Вот такой вот. Я вообще сюда приехала за термосом. Термосом для вторых блюд, для супчиков. Сейчас что-нибудь поищем. Здесь только обычные термосы. Да. Наверное, мне сегодня удача не улыбнется. В кружечках приглянулась вот такая. Бочонок. 250 рублей с круглой ручкой. Столики еще стоят. 1800 вот такой вот. И вот этот за 2300 тоже еще здесь. В досках новинка. Вот такая. И уже, кстати, по оценке сервировочная. 770 рублей. Это акация. 38 на 20. А мне вот это очень понравилось за 1000 рублей. Интересная. Форма супер. И вот такая корзинка, но она бумажная, к сожалению, 800 рублей. И так бы взяла, конечно. Вот есть квадратные корзинки уже из рогоза, 990 рублей, без ручек. Штопор самый простой, 50 рублей, с деревянной ручкой. Вот такой вот отдаляно, 170 рублей. Ситечка для заваривания чая, 230 рублей. Смотрите, какие ложки, силиконовые, хорошие. 250 рублей. И такая вот кисточка интересная, кулинарная, 200 рублей. Это рондал, кстати. А вот к этой лопатке можно еще взять и половник из этой же серии. Его стоимость 209 рублей. Подобные лопатки недавно продавались в фикс прайс. Здесь вот с деревянной ручкой 250 рублей. Вариант попроще по 109 рублей. Какая интересная вещь. Ну, по-моему, это пластик или не пластик. Что-то непонятное. Набор, две штуки, лопатки кондитерские, 249 рублей. И никаких опознавательных знаков. Но ручки точно пластик. Вот сами как-то непонятно. Смотрите, какая вазочка, как кувшин. Интересная, 859 рублей. Ланчбокс в комплекте вилка, ложка, нож. Бесценный, да. Деревянная крышка бамбуковая. Тоже какие интересные контейнеры. Ой, они стеклянные и в силиконовом чехле. Не разобьется. 900 рублей контейнер. Для запекания, кстати, подходит. Два цвета.
Поищу сейчас здесь полотенца фланелевые, а пока покажу вот такое полотенце. Две штуки в комплекте, в клеточку. 189 рублей. Да, тут много, но, по-моему, мне не повезет. Тут, по-моему, нет фланелевых. Вот такое полотенце, 220 рублей. Выбор тут, конечно, хороший. 270 рублей. Такое 40. Малышка полотенчика. 220. Тоже 220. С макаронами, с бантиками. Вот такое полотенце. 220. Цены такие. 170. Тут комплект 3 штуки. 520. Так, а это что такое? К Новому году уже висит. Скатерть 400 рублей. Нашла фланелевый комплект. Подороже на 10 рублей. 279 рублей. И здесь вот такой вот вариант. Елочки и зеленый. Подумаю, может быть, сейчас возьму. А пока покажу вам еще вот такую прихватку, или что это, подставка. Прихватка указана 20 на 20, 250 рублей. Их две штуки. Это цена сразу за две. Кстати, идея взять и связать себе прихватки. Почему бы нет? Какой интересный коврик для ванной комнаты. 1000 рублей. 50 на 80. По составу 100% хлопок, Индия изготовитель. Овальный. Смотрите, какая классная ваза, керамическая. Это что такое, скол? Нет, вроде просто дефект. Смотрите, девчонки, какие классные грибы. 340 рублей, декоративная фигурка, она керамическая. Такой гриб. И компания из двух грибов. Они стоят 300. Так, а сколько они стоят? Вот смотрите, здесь 350 рублей, а здесь 380. Шкатулка «Манговое дерево» стоит всего лишь 500 рублей. Хорошая цена. Можно взять в качестве такого контейнера, органайзера для чайных пакетиков. Сухоцветов много. Вот такой вот целый букет в синем цвете. 300 рублей стоит. Вот такой вот 200 рублей. Вот такие сухоцветы стоят 300 рублей. И есть вот такой хорошенький букет большой, злаковый. 400 рублей. На этом я с вами сегодня буду прощаться. Спасибо, что вы были со мной до конца. Надеюсь, что обзор был для вас полезным и интересным. Вы что-то для себя подобрали, присмотрели, загляните в магазины, во все, в которых я сегодня была, и выберите что-то для себя. Берегите себя и своих близких. Не забывайте о лайках, вам не сложно, мне приятно. Подписывайтесь на канал, на Дзен, на Телеграм, на Нум. Ссылочки все в описании. До новых встреч. Пока-пока.